со Санкт-Петербургом. Вы смотрите программу «5 минут». Раньше, с наступлением теплых сезонов, только на дорогах появлялись неопытные водители. А теперь и на дорогах, и на тротуарах появляются еще и любители электросамокатов. Количество ДТП с электросамокатами за последний год выросло на 166%. Сотни аварий, в которых трудно найти виновного, не только наносят серьезные травмы, но и уносят жизни людей. Время от времени различные активисты возмущаются и требуют остановить прокат электросамокатов или же хотя бы ввести регулирование их движения. Однако пока этот вопрос так и остается открытым. Как же относятся петербуржцы к электросамокатам? Узнаем в нашем опросе. Относитесь к электросамокатам? Хорошо. Позитивно. Пользовались ли сами? Нет. А вообще нет. Но хотим. А не опасаетесь на дорогах? Вот очень много возмущений по поводу того, что сбивают пешеходов. Ну, я слышала, но меня это не касалось, слава богу, поэтому нет. Ну, и, кстати, круто было бы, если бы у них были дорожки отдельные, да, как дорожки у велосипедистов. Вот тогда было бы вообще супер. А так вам никогда они не мешали? Мне лично нет. Ну, как бы... Нормально то, что ездят самокаты, велосипеды, но то, что нет дорожек, это как бы ни пешеходы, ни самокатчики не виноваты. Как вы относитесь к электросамокатам? Пользуетесь ли сами? Боитесь ли их на дорогах? Честно, я ни разу еще не каталась, не успела покататься, но и хотела, но их убрали, как я понимаю, уже, да, из города. Но, конечно, это ужасно, что они так сбивают людей, аварии, на машинах сбивают, когда люди просто вылетают, как просто пушинки какие-то. Это, конечно, ужасно. И вот если бы скорость была немного поменьше, например, то, конечно, и это было бы не так популярно. Ну, как это можно урегулировать? Вот, какие действия были бы правильные? Ну, смотрите, например, или повышаете стоимость, тогда меньше народу, собственно, катается, хотя не так стоит, как каршеринг, да? Ну, или понижаете скорость, и тоже меньше народу катается, но это будет безопаснее. Не опасаетесь тех, кто... Ну, проблема же не в электросамокатах, проблема в людях, которые ездят на электросамокатах. То есть, ну, на машине тоже можно ездить неправильно и предоставлять угрозу обществу. И на велосипеде можно ходить неправильно, можно пешком выбежать вот на дорогу и тоже создать опасность. То есть, проблема не в том, что электросамокаты сами по себе существуют, проблема в том, что еще общество не научилось их использовать. Но проблема действительно есть, потому что... Я еду за рулем, и постоянно выезжают электросамокаты, велосипедисты, которых можно сбить. Я иду пешком и только расслабляюсь, что их не появится, и по тротуару меня чуть не сбивает человек на электросамокате, только для того, чтобы через 20 метров врезаться в велосипед. Конечно, тут нужно регулирование, и обществу нужно развиваться. На машинах же ездить научились, пешком ходить умеем. На электросамокатах, наверное, тоже через пару лет все смогут цивилизованно ездить. Скажите, пожалуйста, как вы относитесь к электросамокатам? Не мешают ли они вам? Пользуетесь ли сами? Да, ну, пользуемся. Да, пользовались, как бы удобно, хорошая штука, придуманная, отличная идея. Почему их запретили, не понимаем. При нас никого не сбивали, мы никого не сбивали. И как бы если следить и правильно кататься, это хорошая вещь, прикольная, удобная. Ну это вот если уметь, получается, надо как-то либо обучать людей, либо регулировать движение самоката. Ну блин, да нет, там и так все просто, не знаю, все хорошо. А вот почему тогда столько аварий происходило? Потому что, не знаю, не следят за детьми, там же детей сбивают, да? Угу. Ну и дети тоже на электросамокатах. Детей нельзя допускать. Они вот научились телефонами пользоваться и могут теперь сами запускать их. Ага. Как вы относитесь к электросамокатам? Используете ли сами, не мешают ли они вам? Ну вообще положительно, наверное, отношусь. Это все-таки какая-то частичка, может, будущего, как Тесла на дорогах сейчас. У меня у сестры моей старшей электросамокат, я тоже иногда на нем катаюсь. Ну, удобный, быстрый способ передвижения по городу, так что только положительно. Что же, у нас неизменно две беды. Хотя дороги в этом случае, наоборот, только разгружаются в час пик. А вот страдают пешеходы и водители, которые, как оказалось, не умеют и не готовы делить дорогу с таким безобидным средством передвижения. Будьте аккуратны на дорогах и берегите окружающих. Специально для Росбалта Ксения Гуляева. До новых встреч!